Привет, ребята. Сейчас зашла на кухню и раскидала немножко закупку. Сначала не хотела снимать, а потом думаю, нет, сниму. Знаете почему? Потому что сейчас только в дом зашла, и мне позвонили в дверь почта. Мы заказывали на экшн-камеру несколько там принадлежностей, да, и заказывали с Алиэкспресс. Поэтому как раз сейчас я вам покажу посылочку. Будет распаковочка у нас такая небольшая, она совсем маленькая. И заодно тогда уж покажу и закупку, что я купила. У меня тут такой немножко хаос творится. Ну да ладно, я вынесла вон мусор. Сейчас приготовила пакеты. Мусор заставить. Успела выпить латте сегодня с утра, пока мисс Марселя отвезла. Уже вскрыла коробку, которую купила сейчас. И доложила сюда один тапс. Вот такие тапсы в машинку моющую, да, то, что у меня оставался со старой коробки один, и поэтому я эту новую сейчас вскрыла и сюда положила одну штучку. Вот видите, как удобно, да, такая. Покупаю в Лидле, эта закупка была вся в Лидле, V5. Уже покупаю, наверное, года 4, только всю продукцию V5 на кухню. Это говорится, что у нас там, продукцию, да, сказала так. Короче, вот это вот тапсы, потом я беру жидкое моющее средство тоже от V5, да, и мне очень нравится. Оно дешево и сердито, ребята. Кто не пробовал, попробуйте. У меня, допустим, стаканы перестали покрываться такой, как, знаете, ну, царапин, короче, меньше стало. Я заливаю также воду от V5. Такая водичка есть, бутылка. Тоже с Лидла покупаю, чтобы стекло не мутнело. Вот, вот так можно, да, уже лучше сказать. И вот эти вот тапсы очень хорошо. Я вот такую одну штучку беру, закидываю в раковину. Мне сейчас тоже уже пора сделать. Видите, какая желтизна. Она постоянно, это настоящий камень, постоянно идет налет. Поэтому я вот такую сегодня штучку кину на ночь. И она у меня постоит раковина и очистится. Будет светленькая опять. Вот, также я замачиваю вот такие вот решетки, да, которые на вытяжке. Вот видите, вот эту решетку я тоже ее замачиваю. Также в раковине с таким вот одним кусочком, да, скажем. Так, дальше купила итальянские специи. Здесь стоит, что идеально подходит для салата, пасты и пиццы. Я взяла для моцареллы. Последнее время только соль и перчик сыпала на моцареллу, да, кусочки. Что-то мне поднадоело, захотелось... травы захотелось, вот. Так, две упаковки яичек, по 10 штук упаковочка. Также дальше у нас вот такой сыр, 400 грамм. Мне он очень нравится, вкусный. Дальше лучок. Сегодня дешевый такой был, по 46 центов зеленый лучочек взяла. Завтра на салат, сегодня мы не успеем. У нас сегодня в школе праздник проходит, и я помогаю учительнице, школе, детям, так что я одна из мамочек-активисток опять. И мы там будем сегодня практически весь день до 5 вечера, поэтому сейчас Марселя заберу. У меня есть, конечно, приготовленные пельмени, но если он не захочет, я взяла еще пиццу. Правда, пиццу он тоже не едок, но все равно. Хлеба, чтобы не брать, хлеб у нас еще есть, и поэтому, видите, сегодня сейчас пиццу сделаю. Покупаю пиццу тоже в Лидле, 3 в одном, но сверху досыпаю всегда еще сыр, потому что мне кажется, здесь сыра всегда маловато. Но так очень вкусная пицца, если по-быстрому, дешево и сердито. И вот эту упаковочку на все 3 рассыплю, моцарелла, да? Так, муку взяла, печь хочу. Так, потом дальше что у нас? Майонез, как всегда, все с Лидла, майонез только с Лидла беру. Салат, вот такой, салатные листья, да, или как он, айсберг-залат называется. Я не знаю, по-русски так же. Так, дальше у нас виноград без косточек. Попробовала такую одну штучку, да, в магазине. Сладкий, ну вот взяла. Соль единированная. Этот раз всегда чуть брала дешевую, сейчас чуть подороже, 79 центов она. Моцареллу, брала как-то моцареллу в Кауфланде, но вообще никакая, мне не понравилась. Больше не буду брать. Моцареллу как брала, теперь всегда в Лидле, так дальше буду продолжать брать. Один раз взяла в Кауфланде, и я разочаровалась. Так же, как и сметану, и что-то, знаете, кремовое, все там, ничего не беру, не хочу. Вот, две моцареллы. Такое, как перевести это вам. Но я ее использую в виде как сметана. Она очень густая и чуть-чуть кислит, поэтому мне нравится. Сметану нашу покупать бесполезно, она там жидкая какая-то, а вот это крема фриш я использую всегда за место сметаны. Также взяла помидорки. Помидорки очень хорошие. Сейчас я их поставлю их на окно. Они там вообще сейчас хорошо дозреют. Редисочку также на салат.
две моцарелки вот таких тертых. Одну сейчас использую сразу на пиццу, а вторую оставлю, посмотрю. Может, хачапури сделаю. Вот. Красную рыбку. 200 грамм. Вот такие вот огурчики. Маленькие, с Лидла. Очень вкусные. Иногда охота погрызть. И закупка у меня, ребята, обошлась на 35 евро 67 центов. Здесь не хватает еще 2 упаковки воды. 2 упаковки воды лежат еще в машине. Мне нужно потом их будет занести. Сразу все не смогла. Вот, так что вот это все у нас обошлось 67. Взяла также рекламку полистать на следующую неделю, хотя на выходные принесут, а мне уже не терпится сейчас узнать, что будет на следующей неделе. Если кому-то охота со мной полистать рекламки, такие вот на Lidl, Aldi, допустим, Kaufland, пишите, мы с вами с удовольствием полистаем. Вот такая вот небольшая, но если ту страницу сравнить, да, ну, масенькая. Мы с вами сейчас ее откроем и посмотрим, что внутри. Сразу, ребят, помыла яички, сейчас они немножко обсохнут, я их салфеточкой так вот повытираю и уберу в холодильник, чтобы потом на скорую руку быстро достал, разбил и не париться, что яйцо грязное или не помытое. Поэтому мою сразу. И решила губку, вспомнила, что губку нужно немножко тоже ее прожарить, потому что много бактерий у нас где находится? В губке. Такое я подсмотрела, показывали по телевизору эксперименты, то есть брали в кухнях мазок с губок и смотрели, какие были в ней, сколько микробов. Я просто была обезбашена, когда увидела, сколько в кухонной губке может быть микробов. И они сказали, чтобы, допустим, губка прослужила немножечко дольше, чем обычная, ну там, скажем, не пару дней, да, а неделю, две, три, вы можете ее периодически ставить в микроволновую печь, минутки на 3, на полную мощность, и она у вас, как бы, все микробы погибают. Все, ребят, теперь идем заниматься точно уж посылочкой. Пока у меня там микроволновка крутится с этой, с губкой, с тряпкой, короче, уже губка прокрутилась, тряпка крутится. Смотрите разницу, видите, пицца? Она вкусная, все, как бы, ну, кому-то нравится и так, да, но мне нравится побольше сыра, детям тоже, поэтому в семье больше подходит вот такой вариант, да, когда я еще досыплю сыра, ну, потому что, видите, мне две на противень влезло, то есть одна, вторая, а третья ждет своего часа. А, хотел сказать, мультиварка, а микроволновка все крутит. Кстати, здесь я говорила, уже салфеточки собираю, да, такие, а вот это вот собрала. Какая-то игра, что-то разыгрывается перед Пасхой, нужно посмотреть. Оставила этот на хлеб мазать, такой есть с яичным, с рыбным вкусом, вот оттуда с этих баночек вот такие. Пока оставила, нужно будет посмотреть. Все, пропарили мы все, в кухне чистота, порядок. Осталось виноград еще помыть. Ну, блин, руки не доходят, да? Посылочка ждет. Сейчас идем, ребят. Блин, посылочка была заклеена, я не знаю, намертво. Это что такое заклей-то? Интересно, но еле как раскрыла. Так, все, там у нас пусто. Вот. Что мы заказали? Я надеюсь, это все пришло? Нет, не все пришло, ребята. Жалко. Мы заказывали... Это станция для подзарядки батареек на экшн-камеру GoPro, да? И, ну, не прям на GoPro, ну, короче, или прям, короче, не знаю. Знаю, что это Витя заказ сделал, и его сейчас нет, он на работе. Знаю, что вот эти две батареечки идут вместе с этим боксом, руки влажные, вот с этим боксом, и они заряжаются через этот бокс и также транспортируются. Вот к ним кабель. А еще было поролон такой специальный для того, чтобы ветер сильно не, ну, помехи не создавал. Его нет почему-то. Ну, может, еще придет. Откроем, посмотрим. Видите? Получается, я так понимаю, это вот так. Да. Ой, а тут и 3 батарейки. Да, или что это? Да, 3 батарейки. А нарисовано 2, да? Ну, видите, наверное, заказал с 3. Короче, ребят, теперь для нашей малышки
Вот три батарейки. Я вытаскивать их, наверное, не буду. Или попробуйте теперь их оттуда достать, называется. Тут хвостик есть, но я не знаю, за этот хвостик. Можно было за этот хвостик дергать, видите? Раз. Два. Он тут такой вот, видите, вот такой хвостик. Я думала, может, не тянуть за него, но, короче, я за него потянула. Вот, три. И само зарядное. То есть заряжается сюда, складывается и заряжается. Так, теперь еще нужно как-то сложить. Вот как. Все, готово. И на подзарядку. Тут еще, между прочим, кабель есть. Да, не знаю, зачем он. Или Витя экстра еще один кабель заказал, короче. Приедет, будет разбираться. И вот таких вот три, смотрите, удобных для транспортировки боксы, да. То есть с собой кинул в карман батарейку. Чехлы такие. И здорово. Вот. Сколько стоит, ребят, тоже не скажу, когда придет следующая посылочка с поролоном, да. Потом я уже буду цены знать, я вам скажу. Но я знаю, что это где-то, наверное, 30, 3, больше 30, 39, 35, вот что-то в этом районе. Точно говорить не буду, не помню. Витя заказ делал, поэтому вот. Получается вот такой бокс с тремя батарейками. Вот такой какой-то кабелек сюда подключается. И я так понимаю, этот кабель тоже подключается сюда. И три таких вот небольших бокса пустых. При транспортировке, да, чтобы было удобно. Смотрите, ребят, что у нас получилось. Довольно-таки хорошо, да? Прелестно, я считаю. Очень вкусно и тесто очень хорошее. Мне нравится вот именно с Лидла, которое 3 в одной. Можно тут доложить все, что хотите, если вот так вот на скорую руку. Что-то я не подумала, надо было брокколи купить, положить. Ну, ладно. Этот раз так, потому что тесто завести можно было бы в термомиксе, в принципе, недолго, за 2 минуты, но раскатать в муке, я сейчас запачкаюсь, мне сейчас ехать за Марселем, да, это не вариант. Поэтому вот быстренько сделала, забрала его, перекусили и опять в школу. И так, последнее сейчас стоит, я ее вытаскиваю. Кстати, разрезаю кухонными ножницами. Очень практично, удобно, пополам и все, потому что на тарелке как бы... Прокаткой такой тяжеловато, на куда-то сейчас пачкать про еще лист какой-нибудь не стану, поэтому кухонными ножницами потом помоются и все. Все, ребят, все, кто будет кушать, приятного аппетита. Все, мы собираемся. Марсель уже со школы забрала, мы уже переоделись. Всем привет. Всем привет. Ты хоть камеру посмотри, стоит Смартис кушает. Мы переоделись, у нас сегодня достигает 19 градусов температура. Поэтому сейчас я одену тонкую курточку, кроссовки достану. Вот, это, короче, будет благотворительность, да, ребят? И поэтому... Ой, надо ехать. Сейчас попробуем что-нибудь вам заснять интересное. Если будет получаться, так как детей много снимать нельзя, да? Да, Василька? Ну, тебя... Тебя можно, а других нельзя. Вот мы приехали, видите, у нас на школе висит. Мы помогаем, как бы мы все помогаем Сулейману, мальчика Сулейман звать. Ну и вот так вот. Пойдем сейчас, да. Вот я ответственна с мамочками за такую игру. Называется «Движение». Как Марсель сейчас должен донести яичко до цели, чтобы выбрать себе приз. Видите, расставлены. Вилять, вилять надо, Марселик. Ели с Марселем по... Чего вы кушали, блинчик? С шоколадом, да? Крэп. Вова тоже хочет приз. Называется яичко детей. Я зигзагом. Хочет Вова приз выиграть какой-нибудь. Маленький ребеночек мой. И вот так все детки ходят. Да. Ну, с настоящими яичками было бы тяжело. Сейчас получит печать на руку. Да. Давай мне ложечку. Штемпель. Пошел искать себе, смотрите. Игрушку. Да, только одну штучку, да. Nein. Immer zwei so ein Licht wird.
Для Марселя что-нибудь найди. Видите, там всего-всего. Мое кофе. Видите, сколько у нас много всего. Красота, да, вся цветная. А здесь стоит коробочка, сюда денежки кидаешь и, ну, сколько хочешь кидаешь. Красота, да? Прям вообще. Это все родители, получается, как сами пекли. И теперь это будет просто как продаваться за сколько кто что даст. Привет, ребят, мы уже приехали со школы. Марселик с мальчиком Даниэль, он ему помогал, сделал себе вот такой значок. Да? Тебе понравился, Даниэль? Ты счастлив, что с ним познакомился? Как получилось, я Марселя на школьном дворе искала, ну, смотрю, Марсель вот сидит, разукрашивает картинку с одним мальчиком, а оказывается, что я знаю этого мальчика, по словам его мамы, но, в принципе, мы с ним не были знакомы. Мы познакомились, это, оказывается, моей знакомой сын, вот, а он был сестренкой тоже. Вот, так приятно, знаете, мы все время пытались познакомить наших детей, но все не получалось, то времени не было у нас, то у них не было времени. А сегодня наши дети познакомились чисто случайно сами. Я спрашиваю Марселя, говорю, а как мы познакомились? Он говорит, мама, я увидела, что мальчик мерит себе сахар аппаратом Libre, да, ну таким вот сенсором. И Марсель, обычно у меня стесняшка такой бы, да, я в жизни не подумала, что он бы подошел и заговорил. Марсель подошел к мальчику и спросил, говорит, ты диабетик? И у них как бы они разговорились, да, и вышли на то, что оказывается наши мамы знают друг друга, да, а мы вот сейчас познакомились. Они, то есть, понаслышке о друг друге слышали, а сами, ну, между собой не были знакомы. И такие детки прям приятные. Мне очень приятно, что теперь наши дети познакомились, да. Я надеюсь, мы они дальше будут дружить. Еще хотела сказать большое-большое спасибо Алиночке, девочке Алине, за вот такой вот подарок. Видите, даже мое имя написано. Спасибо, Алиночка, тебе большое. Мы передаем Данилю и Алиночке большой-большой привет. Викуль, тебе тоже большой-большой привет. Вика, у тебя замечательные дети, правда. Ну, а на этом я буду с вами прощаться на сегодня, ребят. Спасибо, что вы оставались с нами. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Марселик, смотрю, уже играет своим шариком везде, попрыгунчиком. Так что мы будем переодеваться и уже отдыхать. Всем еще раз спасибо и до новых встреч. Спасибо. Всем спасибо и... Всем пока-пока. Всем пока-пока.